В Казахстане в год собственность могут вернуть больше 10 ТЭЦ. Это сделают, если собственники не проведут капитальный ремонт и модернизацию станций. Об этом сообщил премьер-министр страны. Алихан Смаилов потребовал определить конкретный график работ на этот и следующий год, а также поручил ответственным органам вести постоянный мониторинг. Не так давно прокуроры выявили системные нарушения на 11 теплообъектах. Оборудование на каждой из этих станций находится в критическом состоянии. Это может привести к авариям во время отопительного сезона. На заседании также обсужден вопрос устранения непродуктивных посредников в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий. Госдоля в этих компаниях ранее была передана в частные руки по заниженной стоимости. Алихан Смаилов поручил проработать вопрос возврата активов в госсобственность в соответствии с законодательством.